Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, рад вас приветствовать в 2020 году. Всем счастья, здоровья, успехов, а у нас сегодня игра под названием Hellbound Survival Mod. Она очень, так сказать, посмотрим просто сейчас, давайте посмотрим на нее. Я ее запускал последний раз в 2018 году, тогда она вообще была очень-очень плохая и, в принципе, ладно. Play Survival. Основная цель здесь нужно просто убивать. Просто убивать. Это самая незамысловатая цель в играх. Молодин Чарктер, Хелгор, Хелл Найт, Демон, Платформ, Флоур, Лава, Альтар, Скоблс, Калам, Спонс, Клаус, Планетс, Патиклс. Патиклс, скорее всего, интерфейс. Давай, загружайся. All weapons have a secondary... Choose between first person and third person. Press fire key to start. Я нажал fire key to start. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Во, вот так вот оставлю. И то не оставлю, подожди. Жуть. Так, у меня вот эта мышка должна была стоять. Вот эта вот, да, чувствительность. Как тут по... Crosshair size... Crosshair Opacity. Это не то. Но все равно мы ее поменьше сделаем. Вот так вот мы сделаем. Apply. А вот в контроле мы сделаем Mouse Sensitivity вообще вот в 0.4, потому что это кошмар. Apply. Нет. Не в 0.4. В 0.2 сделаем давай. Во, куда еще не шло. Ой, блядь, я все. Так, что там нужно сделать? Так, пушечка какая-то выпала. Самое главное, здесь нужно двигаться, 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 постоянно двигаться, чтобы нас никто не убил. Нет, так неинтересно. Где тут моя? Так. И давай тут не дури, дружище. А у меня тут есть патроны, да? Офигеть. Так, ну если нам дали биту, значит можно битой драться, в принципе. О, ж нифига себя не быстро вносится, гляди-ка. Я не пойму, кто кого бьет. Кто за мной бегает? Да? Нет. Ты чё, дура? Так, там у нас что? Там у нас броня. Броня жизни. Вот эти... Ой, блин, луковицы взрываются. Я понял. Я все понял. Мы сейчас... тут есть рейтинг. Вот единственное, что я знаю, что здесь есть рейтинг. И тут можно, типа, попадать... в эти в топы там в ранки есть какие. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жарко, жарко, жарко. Ребята, я пошел. Здесь есть наверняка где-то патроны. Даже не наверняка, а точно тебе говорю, есть патроны. Да ну что ж такое-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Где жизнь-то у меня? 67 жизней, да? Так, а где здесь? Оружие вот здесь должно появляться, я помню это место. Так, о, что это? Это у нас... Ух ты ж, нифига себе, как отнесло меня. Серьезно, заявление. Да взорвись ты! Ух ты. Дурил, да? О, блин, у меня уже голова кружится. Неплохо мы начали Новый год, так скажем. Ой, ой, не-не-не-не-не, от этого лица еще неудобнее играть. Так, давайте вы мне дадите оружие какое-нибудь новенькое, чтобы я мог, так сказать...
когда волна начнется, когда что начнется. Вообще, вот здесь вот появляются оружие, по-моему, или нет? Ну или на какой-то такой этой. На каком-то таком постаменте появляется новое оружие. Его можно будет взять и. Шотган has arrived. А, блин, слушай, если тут. Опа, шотган. У меня есть шотган. Классно. Чётко. В принципе, нам хватает пока вот этого. Ты чё там уснул-то, эй? Дурилка. Самое главное, чтобы они в упор вот так вот меня не пальнули, потому что, ну, если они... Ха-ха, чётко. Классно. Пока все достаточно... Кто там бегает за мной? Так, я не понял, это было 3 выстрела, что ли? Нет, тратить выстрел нам не нужно. Тихо ты. Ой! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Не был бы я бы таким еще косым, было вообще здорово. А так как я промазываю по всему, еще у меня 14 под... Кто бежит там? Экшен, прям экшен такой, прям серьезный экшен получается. Молодец, стреляй в своих, чтобы чужие боялись. Откуда, интересно, мы сможем дойти? Блин. Бог прыгать гораздо эффективнее, потому что, видишь, он прыгает очень далеко, то есть вперед он так не прыгает. Кто-то у меня прям сбоку стрельнул. Патрончики. 16 патрончиков у нас есть. Да кто там прям в спину мне стреляет? Ну что ж такое? Четко. Получается у нас четко. Я бы сказал, даже чересчур четко получается. По сути, это для первой игры. Ой-ой-ой-ой. Тихо. Нахваливаю себя раньше времени. Так, что у нас тут есть еще? Тут, по-моему, только по волнам есть ранг. То есть, по сути, то, от того, что мы там будем быстрее медленнее проходить, мы просто быстрее к волне какой-то перейдем. А от этого не особо много чего зависит. Перейдем и перейдем, не перейдем, значит, не перейдем. Умрем, не умрем, значит. А, вот. Патроны не нужны. Опа. Это тоже не нужно. Давайте мы будем вот с этой вот стрелять, потому что, ну, я считаю, что пока что это самое-самое, как бы, выгодное оружие, так как нам вот эта писюль, которая стреляет кучей патронов, она нам нафиг не нужна, потому что, ну, надо тратить реально много патронов. Выстрел, считаем, бесполезный получается. 3 выстрела хватит для того, чтобы убить одного зверя. Или не 3, 4, 5. 5 выстрелов. Нифига себе, пулемет. Не, ну это грех. Не взять. Хотя, в принципе, так и получается тоже на то же, да? Так, у меня есть... О, вот это. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что творишь-то? Дурак, что ли, совсем? Ой. Тут кто-то... Кого стреляю? Вообще хрен пойму. Так, какой тут самый опасный противник? А, тут все опасные, так, да, если подумать. Да? Да. Тихо. Пулеметчик. Я что ж так могу? Давали бы столько, сколько я на них потратил. Было вообще здорово. А, в принципе, такое. Ой-ой-ой. Экшон не очень быстрый, я бы сказал. Все оружие потратил уже. Ёлки зеленые. Да что ж такое-то? Патрончики. Патрончики, говорю. Берем патрончики, берем. Берем вот этот патрончик. Слишком самоуверенно получилось у меня. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо,
тихо. Ребята, я сам себя быстрее убью, чем вы меня. Погибай давай. Тихо, ребята. Нас жизни, в принципе, даст. О, патрончики выросли. О, патрончики выросли. Еще выросли патрончики. Ой-ой-ой-ой-ой. Не стреляй. Подумай, блин. 38 жизней у нас осталось. Убил. Просто прям вынес. Хорошо-то как. Это последний, что ли, остался? Последний. Так, next wave starts через 30 секунд. В общем-то, в принципе, у нас неплохо все получается. Я считаю, что у нас все очень даже неплохо получается. Созрел, что ли? Прикольно. А, вот. А, очень даже неплохо у нас все получается. Пойдем мы патроны все соберем. Ой, не буду я, блин, опять на R нажал. По привычке думал, мало ли перезарядка поможет. А она-то не поможет. Знаешь почему? Потому что ее нету. Чайку махну. Ой. Экономим патрон как можем. Тихо, тихо, кто-то. О, блин, прикольная штука какая. Слушай, я ею буду, конечно, пользоваться, но только потом. В следующем раунде. Сейчас она для меня бесполезна. Интересно, можно здесь попасть как-нибудь в топ вообще, нет? Или здесь все-таки есть читеры, которые там сидят и надрачивают на эту игру целыми сутками, чтобы... чтобы никто не пробрался в топ, кроме них. Вот она. Не стреляйте в меня, я жить хочу. Выхватил, да? Утырок, блин. Жизни, дайте мне мало жизни, очень мало жизни. А, тут бегать еще. Это еще не бег, блин, был. Я просто ходил. Я ходил еще, елки зеленые. Я до этого момента все время ходил, а я думаю, что я так медленно перемещаюсь. Ну вот это классная штука, кстати. Ой, нет, не классно. У меня жизни очень мало жизни. Дайте мне жизни. 50 хоть. Оп, хорошо. Вот еще хпшечка. Вот еще хпшечка. 55, у меня еще 55 максимум, что ли? Ёлки-палки, я же набрал уже хрен знает сколько. Так. Но она, по сути, мне пока не нужна. Вот эта вот нужна мне сейчас. Нету, больше нельзя патронов взять. Так, где они? Вот та ерунда, которая будет мешаться. Так. В принципе, все волны начинаются очень-очень, так скажем, по-простому. Если всех вовремя убивать, то их не будет много накапливаться, и получится, что у нас
вообще нет никаких проблем. Если учесть, что у меня в пулемете осталось очень мало патронов, а если быть точным, это 101 в настоящем времени. Опа, здорово, дружище. Я не знаю, слышно меня или нет, потому что я думаю, что меня не слышно ни хрена. Ой, чё заорал там. Нет, по-моему, это самое бесполезное оружие. Вот это классное оружие. А все остальное здесь такое себе, конечно. Опа. Вот это оружие тоже классное очень. В смысле? А... Да... Блин, да так нечестно было. Это чё, на 2811 месте? 12-м. You have overcome, you will high score, you current global rank is 28-12, fuck yeah. 9... А чё на первом месте? Можно посмотреть? Топ скор. Юнити, 2 часа. 18 минут, в принципе, вот. Waves, kill 784. Смотри, короче, 18 минут. 18 минут. 18 минут. И, конечно, мы это в этой серии не будем делать, скорее всего, но потому что, ну, это очень долго будет. А в следующей серии мы можем взять и порвать топ. Можем взять, но можем не взять и не порвать. Могут нас просто порвать, натянуть и выбросить. Так что я думаю, давайте мы в следующей серии все это сделаем. А пока что, ну, прикольная игрушка. Очень, очень динамичная, очень такая быстрая. Очень классная, то есть, ну, мне понравилась, как бы, она сама по себе, она интересная, как бы, ну, чисто, знаешь, поубивать время. А, в принципе, можно, можно взять и пройти, пройти, так скажем, на, войти, короче, в топ-10 можно спокойно, не то чтобы спокойно прям, но можно, можно, короче, вот. Давайте мы на этом закончим. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи, всем пока.